проходит. Вот я вам уже сегодня сказал три основных торговых пути, по которым в Одессу шли обозы с товарами и в основном зерном. И вот это вот была главная дорога, хаджибейская дорога, которая шла в Хаджибей, в ту крепость, которой потом не стало. Крепость Хаджибей взяли в 1789 году в сентябре месяце. После того, как ее сравняли с лицом земли, как я уже сказал, начали строить город Одесса. Название Одесса пришло в 1795 году, и вместе с этим был рескрипт, ну, может быть, так аккуратненько, а то, может, людей смущаете, mm-hmm. может, не каждый хочет попасть в вечность, так сказать. А в YouTube? В YouTube тоже. Уже все звезды YouTube. Значит, смотрите, что происходило. Екатерина повелела как можно быстрее забыть название Хаджибей, чтобы эта территория как можно быстрее стала называться Одесса, и все упоминания о турках, так скажем, стереть. И вот представьте себе картину. Сейчас я вам так говорю, как бы это факты, ну, в общем, ну, условно, ну, в общем, так скажем. А можно уточнить, да, извиняюсь, Одессе 220 или 600? 220. И никаких 600, забудьте думать о 600 годах лет. Не, ну, можно что-то найти здесь и 1500 лет, что-то здесь было. Но это же не значит, что это была Одесса, правильно? 3 и 5 веков до нашей эры и привязаться к этому возрасту, да, когда к Одессе это не имело никакого отношения. В 1415 году это было княжество Литовское, и опять-таки ни о какой Одессе здесь не было ничего. Потом генуэзские фактории, и только уже когда она началась, тогда она и началась. Итак, идет обоз, а здесь стояла, значит, пограничная застава классическая. И спрашивают, куда путь держите? Ну, скажем так, говорят, мы едем в Хаджибей, испокон веку здесь был Хаджибей, едем торговать, как всегда. Никаких проблем. Значит, разворачивали. Раздевали иногда пароли, иногда просто взимали увеличенную плату и пропускали. Пожалуйста, торгуйте. Следующий, к примеру, там идет обоз или какая-то телега, что-то там везут. Куда путь держите? Мы едем в новообразованный град Одессу попытать счастье. Вдруг здесь будет торговля получше. Никаких проблем. Брали уменьшенную плату и пропускали. И очень быстро все смекнули, что торговать в Одессе гораздо выгоднее, чем в Хаджибее. И о Хаджибее начали забывать. Вот так, пойдемте дальше.